Мы находимся в очень сложном положении. С одной стороны, позиция Украины, мы ее как бы поддерживаем во всех международных форумах, потому что это наша позиция по Приднестровью. Да, мы иначе решаем приднестровскую проблематику, но защита суверенитета – это наша общая проблема, наша общая боль. И нам мешает тот же фактор – Россия. С другой стороны, так как у нас своя специфика, и мы по-своему решаем эти проблемы или не решаем эти проблемы, нам вот эти жесткие предложения очень неудобны. Давайте объединимся все против России и выступим единым фронтом, потому что Крымская протокол на президентском, на парламентском, на министерском уровне все дружно выскажем наше фе. И здесь Молдова попадает в очень неудобное положение. Во-первых, потому что у нас на парламентском уровне может быть одна позиция, на президентском другая, на министерском третья позиция. Во-вторых, потому что мы не привыкли так разговаривать с Россией, как Украина разговаривает. И поэтому нас хотят туда завести, нас хотят. А непонятно, чего хотим мы. И, кстати, чего хотим мы, это должны будут решать наши... Не мы сейчас с господином Андреевским передача, а это наши политики должны будут решать. Это тот же Дадон, как бы мы бы не хотели его куда-то задвинуть. Тот же Дадон и та же Майя Санду. Плюс американское посольство, плюс российское посольство.